Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя-легенды. Ну что, как ты видишь, я нахожусь в лиге мастеров 2 звезды. Так, сегодня у нас пятница, поэтому у нас доступны, по-моему, испыталки. Так точно, клан фуд. Ну что, давай клан фудик быстренько пробежимся тогда. Единственное, хотя ты знаешь... Вот, я, наверное, уберу отсюда майки и поставлю Рафаэля. Вот так вот нестандартно мы сегодня поступим. Вот, решили почему-то именно вот так вот сегодня сделать. Обычно мы с тобой проходим арену, а тут нет. Тут я решил начать именно вот с этого события почему-то. Так, постепенный урон, ну, понятно, вертушка, и они все упадут. Такс, блин, нам еще, ребята, у меня вот завтра должна быть, по идее, крайняя смена. А у нас придумали наши добродетели, блин, теперь еще в субботу надо будет идти на работу, технику безопасности проходить. Это получается с 8 утра до 4 вечера. Здоровски, просто, блин, замечательно, лучше не придумаешь. Придется там, ребят, сидеть. То есть весь выходной короткий и так, который у меня уходит на смарку. Не только у меня, у всей нашей бригады, грубо говоря. Так, ну что, мы здесь нормально прошли. Так, подожди секундочку, у нас тут в параллель вклинивается Strike Force. Я его прикрою. Потому что в Strike Force, друзья мои, я тоже сегодня хотел поиграть, но... Там больше не то, чтобы там что-то делать новенькое или проходить события, просто открытие двух новых персонажей. Вот. Поэтому, если я сейчас успею, то, наверное, мы пойдем еще в Strike Force. Ну, там буквально минут на 20, может быть, 15 максимум серия будет. Итак, время уже 11 час, мне как бы уже на самом деле спать пора, потому что завтра с утра опять, ребят, на работу. Как бы тут не до этого всего. Думал, завтра, блин, высплюсь. Ну, я имею в виду не завтра, а после смены. Высплюсь. Отдохнул, думал, на тренировку сходим. Угу, сходили. Балалайку по губе называется. Это же надо так вот запороть, а все. Весь кайф, ребята, обломали. Так, ну что, давай я, наверное, возьму прогу. Что-то у меня в последнее время мышка, я не могу понять. Что опять с ковриком, беда какая-то. Что он постоянно хандрит? Так, Донни, нам надо с тобой как-то... Наверное, я думаю... Да что ты будешь делать-то, а? Она как бы подклинивает, друзья мои, что-то типа того. Так, Шредер берет и хиляет команду свою. Успокойся, парень, на! Добьешь? Красавчик. Надо было бомбочка, ребята, бомбануть. Нафиг я так-то стал делать. А ну-ка, прожгешь? Есть. Вот шикарно. Так, ребят, ну что, двигаемся дальше. Это у нас... Давай. Так, снаряжение, клан, фуд. Ну что, давай теперь пробовать. Опа! Ты понял? Слету, друзья мои. Слету я получил эксперт снаряжение. А вот здесь, друзья мои, пакости уже начинаются. Не дали, прикинь. Но, тем не менее, один мы с тобой вытащили. Так, теперь что у нас? Пройти серию испытаний. Ну, погнали проходить серию испытаний. Так, возьму Армагона, возьму Донателло, возьму наших Маузеров, плюс Леонардо и... Ну, пускай будет это Макмен. В принципе, такой командой тоже, ребят, нормально можно их разворотить. Ну, не то, что в принципе такой командой можно быть, а мы их разворотим только шорох. У нас Маузер есть, сам понимаешь. Маузер это уже 80% победы, нифига ты. Да, Хан, я смотрю, ты совсем потерял страх. На Маузеров просто рванул, понимаешь? Так... Угу. Переходим на вторую волну. И у нас на второй волне что происходит? Ага. Ну давай ракетами бомбанем.
Блин, что-то так долго откатывается у нас этот фаерболы. Я тебе скажу. Вот и все. До свидания, как говорится. Ну что, друзья мои, здесь тоже у нас победа на 3 звезды. Забираем с тобой награды. Так, и быстренько бежим с тобой в список. В список. Так, у нас... Аллапекс. Ну... Отлично. 89 уровень, друзья мои, у нас получил Аллапекс, а Донни у нас прокачивается... Стоп, какой Донни? Не Донни у нас прокачивается, у нас прокачивается наш Рафаэль. Донни-то здесь вообще ни при чем. Ну вот, Рафик, да. Массовое, что тут нужно? Так, ага, 8. 8 номеров, короче. Раз, два... Раз, два, так, 3, 4, 5, 6, 7 и последний номер 8. Ну что, ребята, улучшаем до 5-й ступени. Сегодня играл за кадром, друзья мои, я в растении против зомби-героя. Я прочитал ваши комментарии, да. Можно вытащить там, дали паки эти на, как его звать-то, на великануса. Я купил, и ничегошеньки мне не выпал, друзья мои. Ну вот такой вот я невезучий. Не выпало и все, я расстроился, короче. Считай, 1000, ребята, вбабахал, и мне не выпало. Ну, кому бы, ребят, не стало бы обидно, а? Вот скажите мне на милость. Я думаю, любой бы огорчился бы. Так, ну что, открыть колоду нам еще нужно. Давай откроем колоду. Тут ничего такого хорошего для нас не выпадает. И завершаем все задания. Так, друзья мои, ну теперь, естественно, мы побежим. Хотя, погоди секундочку, а у нас разве... Черепашья буря, как я ее, интересно... Блин! Вот я лопухнулся-то. Я и забыл, что черепашья буря, друзья мои. Мы же ее проходим обычно. Ай-яй-яй-яй-яй, Рейчик, как же так-то? Как же ты мог продинамить-то, а? Я сам, ребят, если честно, в шоке. Че-то я как-то погорячил. Я еще такой думаю, блин, вроде же 2 события должно быть, ага. А я сливаю там сыр только в путь. Копим с тобой, фармим. Ладно, ничего страшного, друзья мои. Я думаю, что завтра, может быть, если опять же останутся силенки у меня после работы, также засяду и попробую снять. Да уйди ты, пожалуйста. Нормально. Здесь получилось хорошо. И мы с тобой... Кстати, мы где находимся? Я не посмотрел. В Лиге Мастеров 2 звезды, да? А, Лига Мастеров... Ну вот, уже в 2 звезды. Друзья мои, 91-я позиция. Это говорит о том, что... Это говорит о том, что мы сейчас с тобой... В принципе... Попадем в Лигу Мастеров 3 звезды. То есть, ну... Топчик, может быть, не будет, конечно, взят у нас. Но будет у нас с тобой высшая лига, это факт. Тем более, ты не забывай, что сегодня суббота. У нас еще целый день воскресенья и немножко понедельника. Потому что в понедельник я пойду в ночь. Угу. Ну да. Так, ладно, двигаемся дальше. С 91-й позиции мы с тобой переходим на 79-ю. Возьмем этих орлов. Так, я возьму здесь Бакстера Стокмана и, наверное, Кожеголового. Слушай, ну двоих, по идее, должно их хватить. У нас с тобой 5 откатов всего лишь, поэтому нам надо как-то поэкономнее, друзья. 5 откатов, если по одному бойцу брать. Но здесь не получится, потому что противник будет слишком крут. Кирби, молодец, что выдержал. Так, нет! Уничтожит. Вот тварь, а.
Я все-таки, ребята, офигею, блин. Вот с этих вот дурачков, блин, местных, блин. Почему? Сейчас объясню. По инициативе, потому что они кривозадые. Просто ни слов на них нету, блин. Понимаешь? Этот Бакстер Стокман, он тормоз перестройки. Он просто тормозит. Он не хочет, ребята, ни хрена делать, блин. Дуст чертов, а. Бесит аж. Не знаю, все настроение испортил мне, блин, придурочный этот. Раз, два. Он, ребята, Бакстер Стокман, силен только вот на 50-х, там, на ближе к 60-м, может быть. Но когда 70-ки равны ему, все, он сразу обсирается, понимаешь? Сразу же. И это меня просто вымораживает, выбешивает меня это все. Так, ну что, бомбанул, отлично. Так, делаем вертушку и дела с концами. Блин, ну как я с черепашьей бурей-то сегодня, ребята. Лопухнулся, ну серьезно. Че-то как-то не подумавши, да? Так, ладно. Давай, наверное, возьмем вот это вот. Так, пиццелицы, Рафаэль и... Пиццелицы, Рафаэль и, наверное, возьму Алапекс. Блин, так много у нас еще слабых персонажей. Да мне иногда просто опасно, ребята, когда на высоких уровнях 79-й там. Мне просто опасно уже брать вот этих вот сопряжуев мелких. А против вот 70, там, извини, 8-х, 79-х. Это уже топ. Им здесь слабину давать нельзя вообще никак, друзья мои. Иначе они просто нас сметут. Поэтому тут все на полном серьезе. Тут уже баловать нельзя. Так, ну что, 50-я позиция. То есть 5, точнее, сколько получается у нас? Не, давай-ка мне 17-24. Так, 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 сейчас. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Да я думаю, что в принципе здесь можно взять вот так вот. По инициативе у противника я не вижу, чтобы там были кто-то быстрый. Рафаэль, он, по-моему, не быстро, насколько мне известно. Вот, у нас скоростники, это только там... Кто? Хан, Карайка и разные черепашки. Ну, я имею в виду Микеланджело, разных видов. Вот только они у нас по скорости такие быстрые. Ну, Зек еще, Зек, да, ребят. Ну, я, кстати, вот не увидел у Зека, точнее, у противника ни разу не видел Зека. Так же, как и ни разу не видел Кренга. Да и, честно говоря, много кого не видел. Вот. Как бы наводит такую мысль. Так, подожди, 79 уровень. Надо будет нам взять. Ну, давай возьмем, наверное, вот так вот. Эль Пилкунаичи. Я еще раз повторяю, ребята, всего лишь два отката. Всего лишь два. Куда мы с тобой будем применять их? Не два, а пять, по-моему. Но это на две заходки, ребят. Да и то, заходки будут по большому счету за счет маузеров. Потому что нам придется их откатывать. Как бы я этого не хотел, но их придется откатывать. И нам надо попадать с вами в Лигу Мастеров 3 звезды. И, естественно, естественно, друзья мои, закрепляться там, закрепляться. Пока я бью все своими силами, как ты понимаешь, как ты видишь. Но силы уже наши на исходе. То есть уже остается очень мало высокоуровневых бойцов. У меня, у него-то понятно, у него только будет нарастать вся эта фигня. А у меня уже все, шапочный разбор, вот последний. Там еще остается кто-то один, я уже не помню кто. И все, до свидания. Так, давай-ка я, наверное, Дони все-таки пробью. Отлично. Так, Роквелл выжил. Защиту... А, нет. Воу! Так, ну-ка ракетами. Тут тырки. Давай, Джастин, жги! И Джастин зажег. Ну, тут на добивку, тут, в принципе... Он должен был. Хотя, опять же, ребят, не факт, он мог и сдуться. Тем самым меня вообще
ведя просто в бешенство. Так, ну что же, мы с тобой... Нет, давай 17-24. Ну что тут, вот. Так, кто у нас тут остался? Супер Шреддер. Но в принципе, ребят, нет, один не справится. Нам придется тогда вот так вот брать. И откатов сразу стало 4. То есть на 2 поединка. Это я имею в виду, ребята, чисто то, что у нас есть. Не включая того, что мы можем с тобой купить. А я даже не знаю, кстати, можем ли купить. У нас там что по финансам-то? Надо глянуть. Блин, немножко уставший, конечно, ребят, после смены, ё-моё. Не обращайте внимания, что не веселый нифига, такой замученный, если честно. Тем более после больничного трехнедельного. Это что-то прям вообще как-то тяжко. Такс, ну что я тебе говорил, да? Последние два поединка, ребята, у нас остаются. Этот и следующий. И я думаю, что, наверное, нам должно хватить, чтобы перейти. Но опять же, ребят, перейти это перейти на следующий ранг. А вот закрепиться и чтобы оттуда не слететь, это уже совсем другая тема. Это совсем другая тема. Так, ну что, давай посмотрим, какую позицию мы сейчас с тобой займем. Ага, Лига Мастеров 3 звезды. Отлично, друзья мои. 88-я позиция. Ну, в принципе, мы сейчас с тобой отыгрываем этот поединок. И остальное, что нам нужно будет, ждать время, ребят. Тупо выжидать время. Потому что я тратить сейчас не буду баксы. Завтра по возможности я зайду. И если меня скинули опять в Лигу Мастеров 2 звезды, естественно, я уже буду, ну, где-нибудь там 80-я, 90-я позиция. То есть мне намного быстрее, ребята, можно будет пройти. И на худой конец я докуплю наши откаты. И выбьемся мы, наверное, даже в топчик. Скорее всего, так. Тем более 74-е место. Довольно неплохо, ребят. Неплохо, я считаю. Я единственное, что лопухнулся сегодня. Во-первых, команда меня немножко подвела. Точнее, не команда меня подвела, блин, а вот этот вот дурачок Бакстер меня подвел. Из-за чего у меня команда-то и упала. Вот. А второе, то, что мне... с сыром лопухнулся и не пошел на черепашью бурю, совсем про нее забывший. Ну что, дорогие друзья, на сегодня тогда будем мы закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!